Два очка из-под кольца. Домеркант старался не нарушать правила. Скажем так, играет в защите. Генри Домеркант. Произошла смена в защите. Против него Микел. Наварро против Лайде. Долго, очень долго с мячом. Чуть было не потерял его. Пробежка. И все-таки потерял. Чуть было не потерял в том плане, что чуть было не упустил за лицевую линию. Однако. Вот здесь.